Всем привет! С вами Комаров Виталий. И сегодня у нас посылочка с Алиэкспресса. Прислали зарядный шнур с разъемом Type-C. Что интересно, этот шнур, он произведен у нас в Пскове. То есть это российский производитель на Алиэкспресс. Что довольно-таки приятно удивляет. И сейчас посмотрим, что нам здесь они, как говорится, предложили. Так, ножичком-то лучше будет. Вот такие вот шнуры. Так. Ручка в подарок. Что у нас тут есть? Будет у нас там ничего. Так. Ну что ж, распакуем. Шнур Type-C. Шнур Type-C. Ссылочку на эти шнуры я оставлю в описании. Так, распечатываем. Так. Вот он, этот бренд. Видно, нет? Вот так он как-то. Вот шнурчик из себя представляет. Вот такая вот штука смотанная. Сейчас мы это все размотаем или отрежем. Да. Скручено по-российски. Ничего не скажу. Легче срезать. Нет, не легче. Okay. Не. О, почти раскрутил. Сейчас мы эти оба шнура проверим. Да, срезать легче. Так, вот такой вот шнур. Длиной он метр. Вот так вот он и сейчас представляет. Так, что касается сравнить со стандартным шнуром. Толщина его явно потолще немножко. Довольно-таки такой, но не слишком жесткий. Ну и, так сказать, кажется, он очень довольно-таки прочно, так сказать, по-русски. Так, а этот что у нас? Так. Вот. Шнур вот такой вот. Тоже Type-C. Тот же самый бренд. Напоминаю, ссылочка будет в описании. Вот здесь штрих-коды есть, пожалуйста, все описание. В сущности, пока что мне эти шнуры нравятся. О, вот это вот хорошо скручено. Так. Вот такой шнур, тоже он метр, тоже довольно-таки такой он прочный на вид, он не мягкий, не жесткий, такой средненький, но довольно-таки он так привлекательный. Так, что ж, попробуем его в зарядке, да? Вот у нас телефончик есть, подключаем. Заходит хорошо, без всяких проблем. Так. Вот очень приятно то, что это российский производитель. Зарядочка идет. Так, попробуем подключить его к компьютеру. К
нетбуку. Он подключается без всяких проблем. Да. Все, передача данных у него работает. Следующий шнур. Сейчас этот шнур стоит где-то на сегодняшний день примерно около 120 рублей. Довольно-таки, я бы сказал, для шнура Type-C это недорого. Подключаем. Подключаем. А этот шнур уже зарядку не дает. Интересно, а что у нас будет с передачей данных? Молчание. В гнезде он слабоватый. Ну, такие вот у них шнуры не особо. Это не одного и того же бренда. Один, вот второй. Вот эту зарядку не поддерживает. А этот зарядку поддерживает и передачу данных. Так что вот такой вот обзорчик. Ссылочка на эти шнуры. Имейте в виду, ищите вот такой вот шнур. Он будет работать. Без всяких проблем. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. До свидания.